Шеф-повар Максим Григорьев. Окрошка на огуречном рассоле. Окрошка на огуречном рассоле или маринаде очень распространена, особенно ранней весной, когда появляется первая черемша. Она подходит для тех, кто делает окрошку с использованием уксуса. Рассол в этом случае взять предпочтительнее, он обладает ароматами и вкусом огурцов и заложенных в консервы пряностей, поэтому он все же полезнее уксуса. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Горчица 1 чайная ложка. Картофель 4 штуки. Куриная грудка 1 штука. Лук белый 0,1 штук. Лук зеленый 6 перьев. Морковь 0,1 штук. Мята свежая 0,5 веточек. Огурцы 1 штука. Петрушка свежая 3 веточки. Рассол огуречный 200 мл. Сельдерей стебли 1 штука. Сметана 8 столовых ложек. Соль 1 столовая ложка. Укроп свежий 3 веточки. Шпинат свежий 1 пучок. Яйца куриные 6 штук. Шаг 1. Для окрошки взять курицу, картофель, яйца, огурцы, шпинат, зелень, рассол, сметану, соль. Для отваривания куриной грудки, сельдерей и морковь. Шаг 2. Отварить картофель и яйца. Шаг 3. Яйца залить холодной водой, остудить и очистить. Шаг 4. Картофель тоже обдать холодной водой, так легче очистится кожица. Шаг 5. Отварить куриную грудку, добавив коренье и соль. Остудить и нарезать мелким кубиком. Шаг 6. Мелко нарезать отварной картофель. Шаг 7. И яйца. Шаг 8. Все компоненты сложить в глубокую кастрюлю. Шаг 9. Мелко порезать огурец, лучше подходит длинный тепличный гладкий сорт. Шаг 10. Промыть и осушить листья шпината. Шаг 11. Мелко нашинковать часть шпината вместе с зеленью. Шаг 12. Мелко порезать сочный салатный лук. Шаг 13. Добавить все к остальному содержимому. Шаг 14. Остальной шпинат мелко порезать с укропом и листочками мяты, добавить горчицу. Шаг 15. Хорошо растереть смесь. Шаг 16. Приготовить заливку, рассол по вкусу разбавить охлажденной кипяченой водой. Шаг 17. Окрошка готова. Если подаете для большой семьи на обед, то разводить рассолом можно сразу в большой емкости. Если же окрошку подают частями, то лучше ее перемешать прямо перед подачей, разложить в тарелке, добавить заливку из рассола, заправку из зелени с горчицей и сметану. Солить по вкусу. Такая окрошка не только отлично охлаждает в жаркий летний день, но и хорошо насыщает. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.